телерадио «Свободный Херат». Не знаю, слышали вы или нет, но у нас тут завелся маньяк. Пираты, с вами Раби Райрана. Друг мне сказал, что армия короля нападает на лагерь кочевников по всему пирату. Ну да, круто, почти парню вделывают. Так что, ребята, мы без того тяжко. Ну только представьте себя на их месте. Спят в шатрах, вечно тащатся куда-то нахрен так сеть. Гадят вообще небось в коробке. Только как они душ принимают? Небось дополняют бурки с водой и опрокидывают на себя. Как дикие звери на водопое. Честно. А вы меня знаете, мне унитаз нужен. Я привязан к унитазам. И так будет до самой смерти. За счет беды моя задница чистая, как дудочка. Играть можно на ней, понятно? Представьте себя на их месте. Вы воняете, сырете в коробку, и вечно валандаете с места на место. Вечером, небось, хочется одного. Лечь и забыть, что ты вонючий. Свободный Керат, с вами Раби Райрана. Не секрет, что Керат попал в глубокую финансовую жопу. Но... И все? Полная херня! Эй, тебя что, не учили? Сначала стучи. Где оригиналы? Повторяю, раз ты такой забывчивый. Ты помогаешь мне, я помогаю тебе. Ладно. Залазь, расскажу тебе кое-что. Так сказать, аванс. Хорошо. Валяй. Я встретил твоего отца в Тиртхе, ну и за стаканом другим принял в наши ряды. Он тогда впахивал на Пейгана Мина. Глаза светятся, все дела. Когда Мин прикончил наследника трона, такой вал говна поднялся, извиняюсь, конечно. Что?
Не-не-не, я тебя не слышу! Не парься, справимся с этой работенкой, получишь полный расклад! Вы вовремя уехали, в Керате стало тяжко. И, судя по всему, виновата Юма. Есть вопросы? Задай их ей. Что о ней знаешь? Лучшая подружка Пейгана. Из Гонконга. Триада аж по самый инь-ян. В курсе, что это? Инь-ян. А, ну да. Так, а зачем мы тут? Хотим прикрыть одну из лавочек Юмы. Выгорит. Заставим даму говорить.
Вылез. С помощником Юмы разобрался. Ты уверен, что это был нужный? Как, по-твоему, я могу это проверить? Фотографируй и пришли фото мне. По нулям. Не твоя цель. Тот, кто тебе нужен, следит за раскопками Юмы. Знаешь что? Зачисти в этой зоне всех парней, которые на вид годны на что-то большее, чем мытье посуды и чистка сортиров. Знаешь, дебиз американской армии? Убивайте всех, Господь своих опознает. Свяжись со мной, как закончишь.
Я нашел ключ на одном трупе. Возьми с полки пирожок. Убьешь командира, звони. Кто-то тут повеселился. Перегруппируемся. Я сейчас его найду, чтоб он сдох. Новый нос. Давайте уже убьем сучонка и займемся своими делами. Будет просто, он трупы не прячет, совсем тупой. Киллер, раздолбай. Идут. Я сваливаю. Что? Стой! Как мне отсюда выбираться? Не сцеп прорвешься. Когда надо будет, я вернусь. Чего-то нужно. Надеюсь, оно того стоит.
за ним! Тут ничего нет!
Да, все сделал. Ага. Сейчас я завтрак доем, а там и тебя подхвачу. Бекона в этой стране днем с огнем не сыщешь, мать твою. Отбой. Молокосос, как ты там? Полет нормальный? Найду другой выход на Йомо. Свяжусь с тобой. Хочешь совет, Аджай? Если ты нанимаешь людей, пользуйся услугами профессионалов. Самых устрашающих, каких найдешь. Знаешь, ради твоей матери я оплатил обучение целой группе студентов-медиков в Сингапуре. И никто из них не вернулся. Можешь поверить в такую неблагодарность? Пол разобрался с их семьями здесь, а я, пользуясь своими связями в Сингапуре, разыскал их самих и воздал по заслугам. Но теперь мне приходится самому себе вскрывать фурункулы. Вот так. Гарри! Принесите мне бинт и сраный антисептик! Свободный Кират. И знаете что? Ради Райрана говорит вам мне хорошо. Чувствую, что-то меняется. Грядут перемены в стиле Барака Обамы. Пахнет. Чем же пахнет? А, беконом. Да. Кажется, тут... Тут что? Кто-то жарит бекон? Эй, чё тут? Ты что, там бекон жаришь? А мне можно? Круто. Итак, закругляемся. Грядут перемены. У нас... Час бекона. Тебя. Ты умрешь тут. Взять его!
Вы слушаете радио «Свободный террас». И знаете что? Рабер и Рана говорит вам мне хорошо. Huh?
महामारी के नजदीक था जो इस धरती को नियंत्रित कर रही थी। ये जो भी था जानता था कि मैं आ रहा हूं। राजा, मेरा परिवार, किरत ने मेरा जीवन दूर की यादें थी। जैसे मैं किसी अवचेतन अवस्था में हूं, मैं शंग्रीला को बुराइयों से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध था। वापस लौटना कोई विलाप नहीं था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सब पीछे छोड़ना था।
काश ये शेर अपना इतिहास बता पाता। मैंने सोचा कि क्या युद्ध में इनमें से कोई व्यक्ति उसका सहयोगी रहा होगा? जहां वो असफल रहे थे, क्या मुझे वहां सफलता मिलेगी? Thank you.
प्रार्थना करता हूँ कि क्या मुझे इस रास्ते पर चलते रहना चाहिए। राजा के प्रति मेरा औपचारिक कर्तव्य शैंग्रिला की खोज के साथ समाप्त हो गया, लेकिन जहाँ इस यात्रा की शुरुआत कर्तव्य से हुई थी, वहाँ इस धरती ने इसे एक उद्देश्य दे दिया। Shock the flag!